Здравствуйте, дорогие коллеги. Небольшое пояснение по стратегии, которую мы предлагаем. Стратегия 2 доллара Форекс. Наткнулись мы на эту возможность достаточно случайно. Я могу сказать, когда тестировали работу Timore Pro с индикаторами, написание стратегий для работы от уровней Bollinger, это достаточно популярная тема. Все работало великолепно, но на акциях не давало такого стабильно положительного результата, даже на ETF-ах мы пробовали, но как-то все вот не то. И какое-то время назад я попробовал сделать это на Форексе, как-то так даже случайно это получилось, но то, что удалось сделать, пожалуй, поражает воображение. Стратегия не закрыла минус ни разу. Наверное, недели за 3 тестирования она не закрывает минус. Достаточно интересная тема, правда? Итак, что мы здесь делаем? Вот наш график. Это, собственно, лейаут трейдера-оператора. Вот так выглядят результаты. Это мы до сих пор еще ее тестируем пока. У вас будет такая же возможность. Не обязательно сразу ее закидывать на реальный счет. Вы сможете в режиме трейн протестировать ее сколько угодно долго по времени. После чего вы увидите, какие результаты дает стратегия не на истории, а в режиме реального времени. То есть мы на истории я не рекомендую вам что-то тестить. Заходите, пробуйте, смотрите, что у вас происходит каждый день. У вас каждый день будет другой рынок. Вы должны видеть ситуацию, видеть, что стратегия дает, что забирает у вас. Смотрим здесь максимальный дрейдаун. Просадка была максимальная $11. Профит она закрыла 40. Это достаточно хороший показатель, согласитесь. Вот такую таблицу вы будете видеть по всем стратегиям, которые мы будем рекомендовать. Эта таблица сделана для того, чтобы вы видели, насколько, какие суммы денег вам необходимы здесь вот для работы, какие просадки, какими акциями или какими валютными парами торговали, какие результаты и так далее. Это обязательное условие наблюдать за тем, что вы, чего вы добились. Итак, в настоящий момент вы видите, что вот выставлены уже ордера. Это делается, видите, по границе Боллинджера, по нижней границе Боллинджера выставлены ордера. Выставлены они не просто так, это усреднение связано с Average True Range. ATR здесь умножается на 2. Еще раз говорю, в самой стратегии ничего сложного нет. Те ребята, которые опытные торгуют, они уже в состоянии ее написать, даже после того, что услышали от меня на данный момент. Но для новичков и для тех людей, кто не знает, как это делать в Тайморе, это достаточно сложно будет сделать. Поэтому мы все-таки эту стратегию предлагаем на продажу. Итак, у нас есть определенный график, который показывает... объединенный график, спред, что ли, по валютным парам. Здесь есть набор валютных пар, которые входят в состав. И мы видим график, общий график всех этих пар. Видите, вот получился такой коэффициент 6,67 с копейками. Дальше это дело у нас варьируется вверх-вниз, 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 вверх-вниз. Большую часть времени далеко за границы Боллинджера не выходит этот график. И, соответственно, в моменты, когда он приближается к границе Боллинджера, начинает ее пробивать, в нижней части мы покупаем с усреднением. И когда идет откат, и она закрывается на верхней части, на верхней границе Боллинджера, линии Боллинджера, позиции автоматически закрываются. Я не знаю, смогу ли я сейчас... Я поставлю на паузу, посмотрим, когда она откроет позиции. И продолжу тогда запись этого видеоролика. Пока ставлю на паузу. Собственно, долго ждать не пришлось. Вот видите, да? Идет набор позиций. Сори. Это параллельно у нас работает вторая стратегия. По ней я запишу отдельный видеоролик. Тоже просто великолепная штука. Это американские наши коллеги подсказали, как это делать по акциям. Она работает с тоже deviations, то есть с отклонением от 5-минутной EMA. Тоже полностью автоматическая стратегия. Кстати, на Форексе тоже лучше работает, чем на акциях. Мы будем ее предлагать, наверное, в ту же цену. То есть вот такой комплекс стратегий. Эта стратегия стоит $1000, и это, скорее всего, будет тоже за ту же цену продаваться. Это лицензия на год. Вы будете иметь возможность за $2000 купить полностью автоматически две стратегии, которые работают в рынке постоянно, ежедневно и приносят
полностью автоматическом режиме прибыль. Единственное, зачем следует все-таки следить, это за тем, когда нужно их включать, когда нет. В данном случае все-таки я рекомендую пропускать, пожалуй, единственный момент. Это моменты, когда открывается европейская сессия, вот хотя бы там минут 20 дать на расторговку, потому что очень сильный пик может быть, выкинет вас просто по стопам. Здесь стопов нет, здесь, в общем-то, установлены лимиты потерь по стратегии. И эти критерии вы сможете настраивать. В данном случае вы сможете настраивать лимит потерь по стратегии. Например, если вы работаете минимальными лотами, достаточно установить там 150, 200, 300 долларов лимита потери. Она примерно 100-200 долларов вам будет зарабатывать в течение там европейской сессии, не вылетая за эти лимиты. Если же происходит что-то экстраординарное и все-таки пик очень удар очень сильный, соответственно, да, она закроет такой примерно минус, но это не критично, потому что это крайне редко бывает. И вот мы наблюдаем, как пошла сработка. Это как раз сейчас 15 минут до открытия американской торговой сессии. Пошла более волатильная тема. Вы видите, что таймора, даже если теряет соединение, lost connection было написано, то мы видим, как она быстренько все это восстанавливает. Это никак не сказывается на работе стратегии. То есть все автоматом восстанавливается. Пошло открытие позиций. Вот мы сейчас будем видеть, насколько, собственно, произойдет этот залет. Здесь у нас машина, опять же, эти расстояния выверены машиной по формуле. Ничего человек не делает. Причем я вообще не являюсь программистом каким-то, мне просто научили, как это делается. Я это все слепил в единую стратегию. И сам с благоговением наблюдаю, как она работает. То есть, ну, это просто чудо. Как для меня, человека, который никогда ни строчки кода не написал программного, это, конечно, великолепно. Собственно, менеджер стратегии мы для этого и писали, чтобы это было именно так, чтобы вы набором определенных функций, там, купить победу, там, с таким-то лимитом потерь дня, с таким-то стопом, с таким-то тейк-профитом, с трейлингом или без, выбор такой-то акции в таком-то, через такую-то биржу там, и так далее. То есть это элементарный набор функций, которые каждый трейдер знает и понимает. И посредством добавления этих функций мы просто сформируем стратегии, исходя из той идеи, которая присутствует изначально. Ну, в общем-то, это вы видите, как работает уже сейчас эта стратегия, и реально именно этот будет видеть ваш трейдер или вы. Все это писалось в основном для золотых фабрик, то есть для создания, быстрого создания групп трейдеров, которые будут работать как на акциях, так и на Форексе. Стратегии на Форексе принципиально ничем не отличаются от того, что мы делаем на акциях. Единственное, что рынок акций, конечно, более волатильный, более опасный, поэтому, скажем, там есть свои нюансы, связанные именно с этими моментами, но принципиально никакой разницы нет. Вы видите, таймора показывает полный рынок. Вот, пожалуйста, все, что происходит на данный момент с рынком. Полная картинка. Ну, мы, еще раз говорю, 15 минут до открытия торговой сессии, поэтому сейчас вы ничего толком мы не видим. Кроме того, что какие-то вот акции уже сильно выросли. Но в целом мы видим весь рынок, включая акции, Форекс и фьючерсы. Мы можем работать с парами, с секторами, что угодно. Здесь я просто уже сократил до минимума, чтобы вот ребята, которые проходят VIP-обучение, но все-таки не кидать их сразу, на них всю информацию, которую я знаю, то есть по чуть-чуть. И, кстати, таймора позволяет ограничить, в общем-то, как-то знания, даже необходимость в каких-то знаниях, потому что более опытный трейдер просто пишет эти стратегии и дальше уже передает их там платно или бесплатно, или по какой-то программе, или проб-центром, или уже своим трейдерам. Хотя можно писать и самостоятельно стратегии, здесь ничего сложного нет в этом. По поводу брокериджа. Мы подключаем таймору к счетам Дукаскопи, то есть вы открываете реальный счет в швейцарском отделении банка Дукаскопи. И после того, как вам предоставляют логин и пароль, мы это все соединяем, тестируем на демо, потом переводим вас на реал, и вы продолжаете работать. То есть позиции, которые вы открываете отсюда, вот из Level 2, например, да, я могу, кстати, показать вам, насколько это отличается от того, что вы видите в МТ4. Вот стакан по Level 2, это котировки Дукаскопи. Соответственно, здесь может быть он настолько глубокий, насколько объем котировок, какой объем котировок у вас есть. Вот мы видим сейчас, перед открытием американской сессии активно начинают двигаться наши позиции. Вот на данный момент мы видим ситуацию по обеим стратегиям.
наша стратегия, которая нас интересует, вот $2 в Форекс, ну, 5 АТР, это, собственно, расстояние, немножко здесь вот как считает машина для усреднения. То есть это не просто центы или пипы движения, это правильно сделанная выверенная схема. И мы видим, что каждая из стратегий приносит. То есть вот 41 – это прибыль, которая уже была закрыта по этой стратегии. Минус 15 это текущая ситуация. И здесь минус 15 – это текущая ситуация тоже. По верхней стратегии, которую мы пока не рассматриваем. Этому будет посвящено отдельное видео. 10 минут до открытия сессии. Я думаю, мы волатильненько сходим в обе стороны еще. Как раз вы сможете понаблюдать это в режиме реального времени. Еще раз говорю, что вы можете установить и должны установить лимиты потерь дня, исходя из того, какие входные лоты у вас есть. Здесь стоят по 10. Если он пуст, у вас единичка, то вы будете переживать меньше, ну и зарабатывать меньше. Это уже привязывается все к сумме вашего депозита. Ну, в общем-то, здесь трейдеру даже и за лимитом наблюдать нет необходимости. Единственное, нужно просто знать, когда ее включать, когда не включать. Конечно же, мы можем и сами это сделать. То есть у нас мы можем выставить ограничение, например, что включиться вот в такой-то момент и выключиться в такой-то момент. Это не проблема. Но я все-таки считаю, что оператор должен присутствовать. Должен наблюдать за тем, что происходит в рынке. Ну, если вы работаете как бы с реальными деньгами, все-таки мало ли что может случиться. То есть параллельно терминал Дукоскопи, там JForex у вас тоже открыт на втором мониторе, и вы просто наблюдаете, чтобы все было с коннектом там в порядке и так далее. Ничего здесь руками вы сделать не сможете. То есть мы можем это все двигать руками, конечно, да, вот эти сервера там и так далее, но исторически уже там доказано, что мешать машине не надо. Если у нее стратегия прописана правильно, она в любом случае отработает лучше, чем вы руками. Это я уже проверил многократно. Другой вопрос, что стратегий, реально работающих в автомате, практически не существует. Но вот у нас есть одна, даже две для Форекса. Один из таких интересных, скрытых моментов этой стратегии, что позволяет практически быть уверенным на 100% ее результативности, в 100% результативности, повторяю. То есть не 99, не 93, 100% я уверен, что этот баскет вернется, придет к какому-то среднему значению. То есть вот эти всплески, выбросы вверх-вниз все равно будут уравновешены, потому что это не одна валютная пара, это не одна акция, которая может куда-то вырасти там или упасть и дальше пойти по тренду. Нет, здесь целый ряд валютных пар, которые, каждый из которых двигается все-таки немножко по-разному, поэтому баскет этих пар дает вот такую интересную закономерность, что сильно он не отклоняется от какого-то своего срединного значения, если отклоняется, то обязательно возвращается к нему, что мы сейчас с вами будем иметь возможность наблюдать. И вы видите, машина сама выставляет, вот мы зашли, там, да, 10 на покупку, это по баскету, то есть по каждой валютной паре отдельно 10, да, или общие 10 по баскету. И вот сразу же выставлен тек-профит по верхней границе Боллинджера. Это делается автоматически. Если мы дойдем сюда до верха, да, программа продаст там, то есть закроет прибыль и выставит ордера на продажу на случай продолжения движения туда. То есть движение вверх тоже мы будем продавать, а не покупать. Потому что этот баскет мы уже не одну неделю за этим слежу, никаких проблем не возникает. То есть далеко она не отклоняется, и так вот, чтобы отклонилась и вообще не вернулась обратно, но такого не бывает, потому что это баскет все-таки. Причем это разнонаправленные валютные пары. Это не то же самое, что купить фунт, евро и там австрал в одну сторону. Это было бы опасно в данном случае, так рисковать с усреднением. Но там не все так просто. Видите, большую часть времени все находится просто в рейнже. Что мы сейчас и наблюдаем, сейчас еще 10 минут, 7 минут до открытия сессии. И я думаю, на открытии, на волатильности мы закроем. Или наберем, усреднимся и закроем прибыль, или просто закроем прибыль. А в случае работы, опять же, трейдера, вашего трейдера вот по этой системе, я, конечно, рекомендовал бы сейчас
ну, как минимум, более активно понаблюдать, и в момент открытия сессии после того, как закроется прибыль, стратегию выключить, то есть дать возможность на американской сессии немножко пройти расторговки. То есть незачем все-таки подвергать себя риску слишком высокой волатильности в первые хотя бы полчаса работы сессии. Дальше уже по желанию вы можете переключаться на работу с акциями, у нас есть свой набор для этого стратегий, или часть вашей группы будет продолжать работать на закрытие Лондона, по крайней мере, с Форексом, а часть будет ожидать ухода волатильности по акциям и работе насчет работы с набором стратегий по акциям. Там мы тоже стараемся торговать в менее волатильную часть сессии, потому что мы не торгуем тренды, мы торгуем отклонения. Как раз тренд в нашем случае нам не друг. Там он сильно не мешает, но заставляет иногда понервничать. Видим, происходит разворот. Как раз пара минут до открытия сессии у нас осталось. Сейчас мы можем принудительно эту прибыль закрыть. Вот она, $22 уже у нас. Я этого не делаю, потому что обычно эта машина делает, опять же, лучше, чем человек. И здесь вот тоже прибыль мы выходим по второй стратегии. Вот раз, два, три, четыре. Почему здесь у нас одна строчка, а здесь четыре? По стратегии другой у нас есть возможность открыть отдельные все-таки тикеры. То есть там идет отклонение не по баскету, а по каждой валютной паре, которая есть в работе. Там тоже можно ставить ограничения, количество этих пар, открытых одновременно и так далее. Все связано с вашими рисками, лимитом потерь недопустимым и также, естественно, с уровнем, какой у вас депозит, который уже считается эти лимиты потерь дня. Ну, собственно, еще раз говорю, вот в этом заключается работа оператора, то есть он не особо нужен, получается, но все-таки нужен. То есть следить за ситуацией, чтобы не было проблем с коннекшеном, то есть с соединением с интернетом, с платформами там и так далее. Выключить перед открытием сессии, включить чуть позже, посмотреть, как пройдет расторговка. Давайте посмотрим по SPY, в частности, что там происходит. Сейчас будет открываться сессия, пока мы на премаркете. Ну вот это идет информация с Bloomberg. Параллельно вот объявляют они обычно за несколько минут до открытия сессии 10 самых активных стаков. Ну и мы, соответственно, за этим можем тоже последить. Через два варианта человек может просто понаблюдать, что произойдет на открытии сессии, или может принудительно нажать на флэт и обнулить все стратегии в том состоянии, в котором они и сейчас. Мне интересно, как она расторгуется на открытии. Давайте последим, насколько активно будет движение. Как раз для записи этого видео это будет правильно. Буквально какая-то минута осталась до открытия сессии. Звоночек на открытие торговой сессии. И давайте последим за тем, как пройдет расторговка и чем это нам грозит. Вот пошли ордера на закрытие прибыли. Видите, вот он выставил их уже на закрытие прибыли. Нет, еще нет, это по другой стратегии, это по первой, вот здесь похоже. Мы сейчас все увидим, собственно. Вот так расторговывается, вы видите по ленте, насколько активнее стало движение, уже началась сессия торговая. Мы видим, как с этим справляется напором объема, в данном случае программа. Еще раз говорю, если вы в плюсе, в этот момент лучше позиции закрыть руками. Что мы сейчас и сделаем, для этого нужно нажать flat 100%.
Пошли ордера на закрытие. Разница в том, что она не будет перезапускаться после этого. Вот мы все закрыли, да? Там 30 баксов заработали в результате. И дальше я, видите, все погасло, все стало зелененьким, то есть как бы я могу принять решение, включить или не включить, но сейчас я этого не буду делать, то есть на расторговке я не рекомендую. Результат. Теперь мы должны с вами посмотреть, как отработала стратегия. Выглядит это все вот таким вот незамысловатым образом. Мы видим общий набор стратегия PNL History, история по PNL $77 плюса, минус 8 по второй стратегии, которую мы не рассматривали, $85 по первой. И вот рассмотрены также, какая была ситуация по лонгам, вот, и по шортам. Также мы видим, какой был дредаун. На данном случае дредаун был максимальный, просадка $39, получили 72. Ну, не феерично, но неплохо. Ну, так это все работает. Кому интересно, обращайтесь.